Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. Владислав Скалибох, родом из Херсона. В данный момент шлю вам привет из Германии. Отлично. И мы собрались по очень позитивному поводу. Дело в том, что монета Ультрон на протяжении прошлой недели росла. И прямо сейчас, в данный момент, она тоже бьет уже очередные рекорды. Итак, буквально минуту назад вот я делал скриншот, где курс показывался 0,146 доллара. Это получается 14,6 цента. Да? Сейчас, как видите, чуть-чуть, буквально на 1 цент меньше, 14,59, но все равно это рекорд. И давайте посмотрим, как менялся курс за прошедшую неделю. То есть, вот, как видим, всю последнюю неделю курс уверенно рос, так сказать, увеличивался. А если брать за месяц, кстати, за неделю, ну-ка вот я переключусь обратно, смотрите. То есть, буквально за неделю курс вырос аж на 20,59% за неделю, ребята. А если брать за месяц, вот берем период за месяц, как видим, примерно до конца июля курс оставался стабильным и расти начал именно вот в августе. Август оказался таким очень доходным месяцем, да? И давайте смотреть, что мы здесь видим. 63,11%, вот даже 12%. То есть получается за месяц курс вырос на 63%. Ну, на мой взгляд, это очень даже крутой результат. Владислав, что скажешь? И двигаться только вперед. Вопрос, почему это будет происходить? Итак, вот это известный сервис DeFi Llama, по сути, это аналитический сервис. И если в левом верхнем углу нажать вот эту кнопочку Chains, он покажет именно те криптовалюты, которые имеют собственный блокчейн. То есть Chains – это именно блокчейны. И если мы прокрутим самый низ, то увидим, что на данный момент таких криптовалют, имеющих собственный блокчейн, 202 штуки. То есть криптовалют, количество криптовалют приближается к 30 тысячам, но именно имеющих свой блокчейн 202. И вот если мы возвращаемся наверх и в правом верхнем углу ставим вот здесь галочку «Стейкинг», стейкинг это означает, что мы выбираем именно те криптовалюты, которые обладают свойством стейкинга, и Ультрон относится как раз к их числу, то давайте смотреть. Вот здесь мы видим именно криптовалюты. И буквально пару недель назад мы с Владиславом записывали видеоролик, где Ультрон был на 9-м месте. А сейчас, как мы с вами видим, он уже на 8-м. То есть он поднялся наверх и обогнал Солану. И давайте посмотрим, почему он поднялся, почему обогнал. Дело в том, что именно в рейтинге монеты поднимаются по показателю TVL. Вот этот показатель в переводе с английского это Total Value Locked, то есть общая сумма заблокированных средств. То есть, образно говоря, какое количество денег вложили пользователи в данную монету, в данный блокчейн, в данную экосистему. И вот когда мы с Владиславом записывали предыдущее видео, то тогда вот эта сумма, она чуть превышала там 600 миллионов и была меньше, чем у Соланы. Но обратите внимание, что сейчас что произошло? Именно за последний месяц Ультрон, вот с момента, даже не за месяц, а с момента записи нашего предыдущего видео, именно ТВЛ Ультрона уже превысил 700 миллионов долларов. Сейчас он 709 миллионов, да? А у Соланы, давайте посмотрим, 663. То есть фактически примерно на 50 миллионов долларов уже Ультрон даже обогнал Солану. И поэтому получилось, что Ультрон поднялся выше Соланы и в данный момент находится на 8-м месте. И вот обратим внимание еще, что в графе 1M Change, это именно один месяц, изменения за один месяц, давайте посмотрим, то есть Ультрон, именно ТВЛ, увеличился за этот месяц, за последний, на 65%. Да, вот, например, есть еще монета Avalanche выше, да, в списке. У нее тоже я вижу, что есть увеличение на 76%, да. Но многие монеты из первой десятки, как мы видим, они красненькие. То есть у них ТВЛ не увеличился, а уменьшился.
И, в общем-то, Ультрон, как видим, вырос достаточно значительно. К примеру, у той же Solana, у нее он тоже вырос на 5%, да, но Ультрон, извините, вырос аж на 65%. Поэтому ничего удивительного в том, что он обогнал Solana. Итак, Ультрон на 8-м месте по показателю ТВЛ. И давайте посмотрим, а что нужно, чтобы Ультрон вышел на 7-е место. Сейчас 7-е место занимает монета Оптимизм. И давайте посмотрим, у нее ТВЛ составляет 866 миллионов, то есть сколько надо именно догнать, увеличить ТВЛ Ультрону, чтобы занять место Оптимизма? Ну, примерно где-то 100-150 миллионов. То есть и в принципе, если такими темпами продвигаться, то рано или поздно наступит момент, когда Ультрон может именно превысить вот эту сумму ТВЛ у Оптимизма и занять уже 7-е место. Причем не будем забывать, что Ультрон это молодая монета, существующая всего лишь год с небольшим. Да, 1 июня 2022 года состоялась первая транзакция, запуск мейннета. Да? И всего лишь за год Ультрон умудрился обогнать многие именитые монеты, которые существуют по 5-6 лет. Владислав, что скажешь по поводу вот этой ситуации? Я думаю, что в течение месяца плюс-минус будет новый рекорд. Поднимемся выше, но уже держимся уверенно в десятке лидеров. Мы с Владиславом в прошлом видео уже затрагивали тему, сколько можно зарабатывать на пассиве. И вот сейчас с учетом выросшего курса Ультрона давайте посчитаем, именно сколько стоят те монеты, которые у меня находятся в стейкинге. Напомню, что у меня куплен пакет стоимостью 1500 долларов. Он был куплен 27 февраля, то есть он работает 5,5 месяцев. Изначально к этому пакету прилагалось 22 148 монет Ультрон, то есть это, можно сказать, базовая ставка. Но за 5,5 месяцев начислялся пассивный доход и было начислено 8772. В итоге сейчас общая ставка составляет 30 920 монет. Итак, 30 920 монет умножаем на текущий курс, это 14,6 равно. То есть это получается в долларовом выражении с учетом роста курса 4514. В долларах, да, а депозит, напомню, 5 месяцев назад пакет покупался всего лишь за 1500. То есть, можно сказать, что за 5,5 месяца депозит утроился, да, вырос в 3 раза. И если сейчас умножить вот эту цифру на 100, умножаем на 100 и разделить на первоначальную сумму 1500, получается, что да, как раз ровно 300%. Заметьте, ребята, это именно на пассиве, без приглашений. Конечно, в компании Mavi есть еще хороший, отличный маркетинг-план, который позволяет именно зарабатывать на приглашениях. Но именно момент пассивного дохода, во-первых, за счет начисления 0,2% в сутки, то есть вот на мой стейкинг-хаб, который куплен, на него каждый день начисляется 0,2%, и по сути он начисляется всем, кто приобрел стейкинг-хаб, да, ну и плюс происходит рост курса монет, а мы с вами посмотрели, что, в общем-то, весь в августе особенно, последние недели рост курса происходит особенно быстро и интересно. Вот, Владислав, мы с тобой обсудили последние новости по росту курса. Есть что добавить? Бывает. После таких новостей желание действовать еще более быстро появляется. И призыв тем, у кого есть интерес тоже, создание и развитие еще одного источника дохода, то присоединяйтесь в контакты под видео. Владислав и Андрей, мы готовы действовать вместе, делиться чем-то опытом. Вот Андрей в течение нескольких, скажем так, дней вводил меня в курс дела, а за чуть больше недели. Есть результаты, есть уже движение, рост команды. И дальше будет еще более интенсивный.
Пока я монтировал наше видео с Владиславом, курс Ультрона поставил новый рекорд 0.1493. Так что, похоже, курс растет быстрее, чем я успеваю делать видео об этом. Если вы продолжаете наблюдать за ростом курса, дело, конечно, ваше, но если бы у вас уже были куплены монеты Ультрон или стейкинг-хабы, вы бы были не просто наблюдателем, а уже могли бы получать пассивный доход и зарабатывать на росте курса. Global Star Club. Возможности безграничны.